Сегодня я вам расскажу об удивительном растении, которое находится у меня в букете. Оно может нравиться или не нравиться, но что оно удивительно, это факт. И удивительно не только своими цветочками. Вот они, цветочки, сейчас перед вами на экране. Но и удивительно своими семенами. Посмотрите, расположены они по две штучки, и каждая парочка в своем домике. Это так мило. Ну а что это за растение и как я к нему отношусь, расскажу в сегодняшнем видео. Всем привет! Вы на канале «Цветоводы всех стран». Объединяйтесь! Меня зовут Юлия, и сегодня я хочу вам рассказать о растении, которое меня разочаровало. Нет, это не бузульник. Его я люблю давно и очень-очень. Пойдемте покажу, о чем я хочу вам рассказать. А вот растение, которое меня, к сожалению, не порадовало. Называется оно восковник. Выращиваю я его впервые. Поделилась со мной семенами моя подруга. Спасибо, Светочка. А я, в свою очередь, отправляла эти семена многим друзьям моим по Ютубу. Так в конце июля сейчас выглядит это растение. Я так понимаю, что вот это его полное цветение. Вот так оно выглядит. Не в цветах, я так понимаю, его красота, а в листьях. Но даже не цветы меня разочаровали. Я люблю вот такие неяркие растения и такие необычные растения. Такими листьями очень необычными. Ну, вообще, в этом растении необычно все. Но, к сожалению, восковник совершенно не держит форму. При любом ветре, при любом дожде это растение полегает. Куст вот так разваливается. Подвязывать его, ну, просто нереально, потому что очень ломкие стебли. У этого растения я пыталась, но получается все равно какая-то, честно говоря, ерунда. И вот, посмотрите, разлегся так, что закрыл полностью мою фуксию, мою красавицу. Вот как придавил. И, конечно, меня это совершенно не устраивает. Пробовала я подвязывать его, ставить тут палочки, привязывать его. Ну, во-первых, это некрасиво. Вообще, это растение используется для дополнения букетов. Вот собираются, когда букеты из ярких цветов. Вот восковник считается интересным, таким необычным дополнением этих букетов. Ну, вот, наверное, нам надо оставить это растение флористам, которые знают, как его выращивать. Ну а нам, конечно, с садоводом-цветоводом хочется, чтобы растение все-таки себя держало в руках или на ногах, как правильнее сказать. В общем, я лично больше растения это сажать не буду. И мне обидно, и мне это, конечно, досадно и обидно, еще и потому, что я отправила очень многим друзьям в подарок эти семена, наверное, и думаю, что, наверное, и они не поняли красоты этого растения. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это у меня вот такое сложилось мнение. Поэтому буду ждать с нетерпением отклики тех людей, которые получили от меня эти семена. Как вам, друзья? Оценили вы это чудо растения? Или так же, как и я, разочаровались?
Ну, в общем, мой вердикт однозначен. Я больше не буду сажать восковник. Потому что, несмотря на то, что у нас есть постоянные любимчики, но так хочется открывать для себя что-то новое. И среди растений, цветов тоже. Давайте будем сажать цветы. Всякие разные, ведь там, где цветы, не бывает будней. Там, где цветы, всегда праздник. Праздника и мира в наши дома. Пока-пока.